Профессиональный праздник и большой юбилей советской милиции. Сегодня в России отмечается День сотрудников органов внутренних дел и столетия службы. Торжественное мероприятие состоялось в главном здании УМВД области. На него были приглашены первые лица и ветераны полиции. Лучшим сотрудникам области вручили памятные награды и медали за службу. Губернатору Игорю Васильеву полицейские подарили юбилейную памятную медаль в честь столетия со дня образования советской милиции. Это торжественное собрание стало последним мероприятием к празднику. До этого на протяжении всей недели полицейские на Театральной площади устраивали гарнизонный строевой смотр, подвели итоги конкурса детских рисунков сразу в двух номинациях и наградили отличившихся в отдельных батальонах.